Вот смотришь на эти танцы, все ж становится понятно про этот сумасшедший кубинский темперамент. Ничего тут не надо объяснять, что типа танец — это отражение народа и всякую такую книжную истину. Все видно и слышно. Барабан — это не просто музыкальный инструмент. Ритмы их сопровождают всю жизнь. Под шум барабана люди женятся, дети рождаются, мужчины отправляются на войну. Для них эти звуки кругом, всегда и во всем. Барабаны, живущие на Кубе, имеют африканское происхождение. Как, кстати, и румба, и некоторые национальные блюда. Бонго, кахон, конго. Уже говорил, все перемешалось на острове. Ну, вы видите, сколько здесь настоящей Африки. Это бешеные ритмы, прямо обгоняют стук сердца. Все народные танцы, созданные кубинцами, называются румба. Не стоит, кстати говоря, путать кубинскую румбу с румбой бальной, скажем так, облагороженной. Я уже не знаю даже, какими глазами смотреть на паркетную румбу. Она же раз в 100 медленнее. В румбе мужчина как бы должен застать женщину врасплох, коснуться платком ее тело. Она, в свою очередь, прячется от него, закрываясь юбкой. Видите? Это называется бакунао, то есть прикосновение. В отличие, например, от фламенко, румба – танец радости. Во фламенко все равно присутствует, ну, какая-то такая драматичность. Румба же воспевает жизнь, как ее воспевали тысячи лет назад. Ну, это я начитался. Вот теперь умничаю. Дело сегодня не закончится песней, друзья. Как видите, другой расклад. На сегодня все, но это только первый день нашего акустического путешествия по Кубе. Продолжение следует.